Я считаю, что здесь есть два аспекта. Первый, в Китае проживают русские, в том числе и волна эмиграции после гражданской войны, и, собственно, им церковь нужна. Но, на мой взгляд, что все равно это политическая поездка, потому что церковь в нашем государстве действительно срослась с государством. Это абсолютно точно видно по любой реакции и государства, и церкви на одни и те же проблемы.